И сегодня же Волкер в своем твиттере прокомментировал активность украинских депутатов, с боем продливших действие закона об особом порядке местного самоуправления для отдельных районов Донбасса. Спецпредставитель США назвал решение Верховной Рады жесткими шагами для достижения мира и выразил надежду на то, что теперь Россия сделает соответствующие шаги для того, чтобы закончить эту войну. Вот по одному этому маленькому твиту можно судить о той высокой цене, которую могла бы заплатить Украина, если бы депутаты все-таки провалили голосование по законопроектам о Донбассе. Впрочем, не депутатами едиными.